Давай, университет. Иди нам еще. Более 300 офицеров-подрывников
Приглашены золотой звездой Героя Советского Союза. Четверо стали героя социалистического труда, а 15 удостоены звания Героя России. Своему юбилею университет достиг высоких и значимых результатов. В образовательном процессе широко используется боевой опыт, приобретенный при выполнении задач и в Афганистане, и на Северном Кавказе, и сейчас в Сирийском Арабском. Дорогие друзья, я думаю, что меня поддержат ветераны, гости, если мы выскажем слова признательности, благодарности и уважения за честь присутствовать сегодня в военном университете на этом знаменательном событии – открытие памятника. Комиссар, политработник, всегда был в боевом строю и шел вместе под руководством командира на решение тех задач, которые стояли перед ним. Хочу высказать слова признательности начальнику университета, профессорскому преподавательскому составу, что они бережно хранят историю России, приумножают и заботятся о том, чтобы каждый из тех, кто служит в военном университете, в последующем с честью и достоинством продолжал службу вооруженных сил. От имени ветеранов, от имени моих коллег и гостей, я всех вас поздравляю сегодня с знаменательным событием. Каждому из вас желаю добрых успехов в жизни, в труде и службе нашему Отечеству. И мы рады, что военный университет продолжает добрую традицию русской, красной, советской армии. И мы думаем, что вы вместе с нами сделаете все, чтобы университет и дальше был в числе лучших военно-учебных заведений. Поздравляю вас! Желаю всем вам здоровья и успехов! Спасибо.